Девочки мои хорошие, взрослые, юные, смелые и скромные, поздравляю всех с нашим 8 марта. Слушайте только себя, свое сердце и никого больше. А как это правильно делать, смотрите в нашем новом фильме «Лед-3», который с 14 февраля идет во всех кинотеатрах. У нас там подробная инструкция, что делать, если эмоции зашкаливают, если все идет не по плану. Ну, сами знаете, как это бывает. С праздником! Ваша Мария Аронова.